Начинается. Мы вернулись, товарищи, в астроколонию. Я думаю, что нам пора колониста завести первого. Сейчас я там немножко еще расширю, и точно будет колонист. О, Unreal Engine говорит пока. О, пока. А меня даже не отпускает, я даже не догрузился, я понял. Я понял. Ну вот и первый вылет, собственно, а мы скучали. Ну, сглазили. Думаешь, сглазили? Конечно. Ну, заходи. О, Ира, с днем рождения тебя. Представьте, Ирина в свой день рождения смотрит нас. Не то. Это очень приятно. С днем варенья. Поздравляю, поздравляю. Ей 18 лет и 144 месяца. Ну, она совсем большая уже. Даже могут продавать. 18 с хвостиком. Ну, с хвостищей. Нет, ну нет. Да, ну нормально же, ну. Так, как там твой Unreal Engine? Ты появился? Ну подожди, он пока небо показывает. О, слава яйцам, все нормально, ты тут. Продолжение продолжается. Так, подожди, а я ж копал, а чё? А где? В чате что? Говорят, тут именинница. А поздравим. Я копал. А я вот здесь все нашел, да. Да, ну. Да, француз, присоединяемся тоже. Так. Короче, я думаю, Паш, нам надо... Я сейчас расширю еще на один блок, и можно... И можно пробовать в колонистов. Как тебе можно предложить? Да ёпта. Маленького колониста нового. Да, мы будем его учить, кормить. А ночью... А кто из нас будет родитель один, а кто родитель два? Ну, я хост, получается, я родитель один. Ну, ты мамка. Почему? Папка один. А, ну ладно, ну ладно. Я буду мамкой. Нет, ты будешь папкой. Тоже. Из картона. Так он будет маленький, голодный. Как-то кормить же надо его. Хлеб построю. У кого-то должна быть грудь больше. У кого больше грудь? Я буду мамкой. Подожди, что ты взял, что у тебя больше грудь? Ты видел мои титьки? Ну да, ладно, я признаюсь, видел, да? Ну вот мои титьки тоже не маленькие. Так, через два блока, если вот здесь. Я тут красоту пытаюсь нам наводить. Ты не против? Красоты. Ну, прям вылитая мамка, ну, нормально. Подожди, а что-то получается. У меня не удаляется. Готовься. Все нормально удалилось. Я уже готов ко всему. Я так привык к этим вылетам. Ты привык к этим вылетам? Я еще нет. Я не могу с ними смириться. Смирись. Это будет чаще. Угу. Ты долбишь что-то, я слышу. Да я тут маленькое такое, это самое, что я думаю, выковырю руками. Я титьки развел, как тебе? О. Пошире сделал. Да. Так, значит, строитель. Как называется отец, который существует только на бумагах? Папка для бумаг. О, нормально. Вот Петрелли умную мысль сказал. Хочешь, тебе прочитаю? Давай. Вот он говорит. Как называется папка, которая существует только на бумагах? Папка для бумаг. А? Я дохну, подожди. Иди домой, к титькам. Мама, я бегу. О, папка для бумаг называется мультифора. Антарес? Ну, да. Так, это выход. А, здесь два входа. Подожди. Вот так, что ли, его ставить? О, господи, они такие здоровые, капец. Капец вообще. Вообще. Где вход-то энергический? Во. И чё? Алло? Алло? О. Алло, да. Что-то у меня связь потерялась. С миром.
прилетела в перерыв, и ты, походу, не увидел. Это не просто титья, а грудь царицы Савской. Вижу, да, грудь царицы Савской, Петрель вандал копий царя Соломона. Ага, спасибо, ребят, не видел, сорян. Был чем-то занят. А это что такое за говно? Этого говна это здесь не нет. Смотри. Ха-ха, ты покакал? Мне стыдно, да. Я закапываю сейчас вот за собой. И ты не против, если я наш тупорылый мостик снесу? Вот этот. Да. Он так меня бесит. А чемодан? А подожди, а чемодан? А я и чемодан снесу. А внутренности? И внутренности заберу. Там очень важные вещи мои лежат. А что там? Там дерево лежит. Колготы, дерево. Я забираю все, короче, и сношу. Я сейчас переделаю. Мультифора — это не папка, а прозрачный вкладыш для различного вида скоросшивателей. О, так, Петрель с тобой не согласился насчет твоей папки. Он говорит, что мультифора — это прозрачный вкладыш для различного вида... Ну, который файликом называют, да. Скоросшивателей. Вот. Да. Я даже не знаю таких слов-то. Вы что, нормальные, нет? Офисные крысы. Угу. А ты просто, когда в поле, знаешь, кабель тянешь, а покакать некуда, ты такой: «О, мультифора с собой, вот она!» А потом ее пришиваешь куда-нибудь в папку с документами. Ну, нормально, чё. Мне нравится мультифора. Я бы нашел ей применение, скажем так. Так, да. О, здесь еще и фундамент. Угу, угу. Ну ладно, мы тогда пол сделаем вот такой. Так, а шаттл-то через сколько будет? Вот эти 70 секунд, это что такое? Ну, мы должны поставить, ну, типа, порт приема этих полудурков, и тогда можно вызывать... Ну, тогда он, у него вот этот таймер станет белым, типа, и он пришвартуется, короче. Угу. Вот, да. Так, я хочу здесь белый вкладыш какой-то сделать. Мне нужно немножко красоты. Быть может, вот так. И посерединке еще, да? А, нельзя отменять. Ну ладно, тогда и вот так. Я тут красивости делаю, Паш, для тебя. Я вижу, да. Как в зале приемов прям. Да. А... В зале приемов чего? Подожди. Анализ? Пища. А. Ну, красиво. Обосраться можно, как красиво. Я уже дважды. Поэтому я трижды. О, я провода порвал. Твою мать. Все, вторая титичка заработала. Короче, идея моя состоит вот в чем. Я думаю, что нам надо поставить здесь хранилище. Вот. Например, вот куда-нибудь, не знаю даже куда. Ну, скажем, вот сюда. Во, да. И оно, и мы с него будем... распределять металлы. Сейчас я как-нибудь это дело... Да господи, где эта кнопка, твою мать? Спасибо. Я не психованный, все нормально. Так, а у этого хранилища есть выход? Или только вход? Или как? У него есть выход, да. Можно из него высовывать. То есть можно из него высовывать. Отлично. Можно высовывать. Ух, я бы сейчас высунул бы из него, конечно. О. Но очень много руды требует моего внимания. Так, все, мы поставляем только руду. Я поставил фильтр, чтобы он не высосал нам то, что не надо. И сейчас помойку сделаю тогда. Куда будем дерево, там вот эти твои шмотки складывать, которые у тебя жена выкинула с тебя с ними. С этими шмотками. Так, а что, входа здесь нет? А, ну и нормально. Короче, я его поставил за исследованиями, Паш. Где у нас исследование, понял, да? Нет? Да, я понял, да, да. Точно понял? Где исследование? Я примерно понял, там, где исследуют, да. И вот там этот чемодан, в общем. Это место, к которому я практически никогда не подхожу, теперь буду подходить чаще. Угу. Они, это кстати, там копятся, нет, они? Кто? Исследование. Я вот сейчас как раз собираюсь запустить по 200 туда. А то я сейчас этих-то нафигачу, мне кажется, пока буду добывать эту рудень. А вот тех-то, я хочу дальше развиваться. Я запустил исследование. И а продолжаю тратить. Я сейчас выучил вот фундамент и солнечную энергию, ангар. Сейчас буду вертикальную конструкцию и обучение колонистов делать. А, ты вот следующий столбик получаешься. У меня вертикальные конструкции выучены. Угу.
обучения колонистов еще нет. Ты смотри, что тебе надо. Вот что тебе? Ничего не надо. Вот. Мне надо ковырять руду. Я люблю кирку. О, Майнкрафт. Стив? Да. А, я забыл, как второго звали. Подожди. А там не было второго. Там-то был, один Стив. Был. Нет, там был второй. Сейчас я позову своих двоих майнкрафтеров. Они тебе все расскажут. Подожди, был второй? Да ладно. Ты сейчас, ну, ты сейчас перевернул мою жизнь просто. Даже. Девочка была? Да. Да ладно. Так, давай не отвлекайся, я погуглю. Подожди, тебя. Мне интересно, расскажи мне все. Я сейчас тебе расскажу. Я думал, там только Стив. О, нихера, вот это номер. Ты мою жизнь сломал, понимаешь? Я думал, Стив существует в единственном экземпляре, и поэтому он такой ублюдок, ему одиноко. Нет, очень. Нет, Стив это в такой голубенькой маечке. Ну да. В зеленой маечке кто-то. Кто? Да вот Херабрин? Ты сейчас кого, скажи мне, тут обзываешь? Ну, Херабрин это другое. Нет, их там два. Ты можешь выбрать... Ой, мне проще. Блин, нет. Подожди, ну официальный вроде только один, нет? Блин, ну как? Ну что происходит? Нет. Нет? Бебешки, я, ответ. Прикиньте, я не вижу. Стив и... Ну и кто? Кто? Алекс. Алекс? Да. Стив и Алекс. Алекс. О, смотри, там в чате тоже Рим и Алекс. Да подожди, как Рив и Викинг. Меня там нет. Ты тихо, спокойно. Да меня... есть. Там ты с киркой. Там... Я... Нет. Нет, этого не может ну, быть. Как-то же пошли криперы откуда-то. Это вот ты с Херабрином, наверное, их и... Я Херабрином их обычно. Вот. И поэтому пошли криперы. Слушай, а у нас, походу, я дебил. Ну-ну. А что такое? Я, короче, сделал логику под уголь, а забыл исключить из нее этот, землю. И у нас, походу, земля в генератор полезла. Ты в курсе, да? Носом пошла. Да неважно, сейчас вытащим ее. В общем, я добавил эту логику. Пойду землю заберу из генератора. Ты в курсе, что у тебя уголь перестал добываться? И по-моему, перестал металл добываться. Тоже. Где? Ну, вот оба месторождения, получается. Все три месторождения в жопе. Да, господи, это планета будущего. Это моя бывшая. Так... Я-то на новой планете здесь. Вернись на бывшую. Сейчас запрыгни на нее. Да, сейчас, да. Где генератор-то, я не пойму. Он около одного из... А, все нашел. Там 16 земли уже. Какой стыд, какой срам. Так нельзя делать. Астро... эти... мудаки так не делают, знаешь? Я так делаю. Ты не мудак, что ли? Я предводитель их, поэтому все. Блин, я заводы местами перепутал. Вот этот, по-моему, он уже... Да, он и сплит делает. Вот дерьмо. Хорошо, что я еще конвейеры не подключил. Так, это надо тоже, короче, сносить. Судя по их размерам. Так. Где проблема-то? Где проблема? Покажи. Все буры встали. Они могли встать не потому что, а... Руда кончилась. Нет, потому что они добурились, наверное, нет? Ну да. Так, ну руда кончилась. О, они... божечки. А, что? А я не тебе, я божечки. А. Подожди, тут действительно... И что, он сказал тебе? Он ответил? Да. Что говорит? Аллилуйя, говорит, аллилуйя, передвигай, говорит, все. А все, да, да, они все это самое... Все, мощности, да? Свои-то выкопали. Так, короче, входы будут здесь, выходы будут там. Все, да, вот так. О, я сейчас даже получше сделал, чем было. Я молодец. Ты рад, что я молодец? Ты молодец, я очень рад. Так, а где у нас бур? Я только единственное понять не могу, а нам надо в большом количестве все это или не надо? Вот вопрос у меня встал. А у меня не встает. А у меня подожди, встал. А почему он не встает? Потому а что за фигня? Вопрос неправильный задал ты. Задал бы правильно, я встал бы.
Блин, а как так? А почему? Нет, слушай, я не понимаю. У нас проблема с медью. Надо все-таки медь подставлять. Паса? Медь требуется. А. На третий конвейер требуется проблема. Медь. А это у нас золотая история, да? А золото откуда идет? Подожди. А, я забыл снести. Вот так. Это, да. А золото есть на этой планете? Я не помню, скажи. На какой? На новой? Да на любой. Есть? Или нет? Есть или нет? Я не знаю, у меня провода не стыкуются. Знаешь, постой на земле. А нет. А как тогда? Вот это надо удалить. И вот это надо. Слушай, а у нас система-то не перегружена. Я как раз хотел проверить, сколько там. Просто сейчас проверишь. Наверное, нужен второй генератор. Понимаешь? Мне кажется, что у нас сейчас это... Система не вывозит. Подключи, пожалуйста. 83%. Нужен еще один генер, Паш. Давай... Куда? Здесь же? А давай вот прям рядом поставим его вот давай, так. Давай. А ты уже поставил? Я подключаю этот. Ты разверни его, пожалуйста. Да, я вот... Все. Развернул. Я сейчас сделаю тут логику тогда. О-о-о. Чтобы этому тоже дало покушать. Пятерочка. Выручает. Все, они теперь делятся пополам. Я тогда добавлю там еще один уголек, а то не прокормим два-то. Прямо два. Во, все. Все, теперь все поедят. Они уже едят, походу, да? Ты закинул? А, нет, это уголь подъехал. Все, класс, подъехал. Все работает. А здесь три угля осталось. Прокормим ли? Да. Давай-ка я добавлю три. Теперь точно прокормим. Все, земля отсеивается, уголь не отсеивается. Все нормально. Как твоя нынешняя? А, слышу, уже долбишь, так, я понял. Я не понимаю, у меня не ставится бур здесь. Иду к тебе. А, вот так. Нет, не так. О! А куда идти-то? Подожди. Паса. Подожди, я сам не знаю, где я. Вот, я с тобой. Чего у тебя тут не ставят? У тебя не ставится бур, потому что ты ниже. А ниже... вот поставился. Чем что? Чем камни. Короче, если он не ставится, надо на один блок выше сделать. Видишь, тут некоторые, сука, высоковатые. Понимаешь? Медиус, привет. Привет тебе, Медиус. Привет, Медиус. Здорово, Медиус. Здорово, Медиус. А здесь чего за херня была? Непонятно. А с углем сам? А я пойду туда, к железу. С чего? А там уголь тоже скоро высосется весь. Я его переставил уже. Или это уже второй раз высосется? Ну, скоро, да. Сейчас гляну, подожди. Нет, там еще пока нормально. Но я уголь переставлю, ты за рудой следи своей вот этой вот. Не распускай свою руду. Так, ну давай смотреть, что там с колонистами. Обучение колонистов нужно нам. Колоняки. Во всем виноваты колоняки. Да, тут, конечно, долго это все исследуется. Если у тебя земля есть, то ее в исследование скидывай. Она нужна там. О, земли у меня есть. Вот, она нужна там. Я просто думаю, где нам... В жопу, что ли, расширять? Давай жопу расширять. Говорил. Ты говоришь прямо как мой врач. Ты жопу расширяешь? Клоняйся, расширяй жопу. Сейчас будем проводить опыты. О, у меня так в школе брали что-то. Вот. Я опять дохну. Это опять из-за вот преданности работе. У меня своей. Плитки кончились. Понимаешь? Я колоссально нравственно страдаю. Я все с железа забрал, если что. У меня много. В плитке переделываю. Так, а как там... А, мы еще... А, я еще не исследовал, наверное, да, фундамент? Или исследовал?
Подожди, а мы летим, нет? Или меня опять колбасит? Мы стоим пока на месте, двигатели выключены. Значит, просто колбасит. Колбасься тогда. А что ты делаешь? Колбашусь. А, все тогда, вопросов нет. Так, куда деть землю? Я не могу положить землю, потому что я захожу, и меня уносит вверх. А ты пробел не нажимай. У тебя тут 2500 земли. Ну и кидай. Там, когда начнет работать этот ученый, он это все быстро будет использовать. Там земли, по-моему, по 8, что ли, за итерацию он будет жрать. Так что на землю скупиться не надо. А ты что-то изучал, нет? Я как раз готовлюсь изучить обучение колонистов. Почему фундаментальной механики нету? Чего нету? Фундаментальных вот этих вот нету. О, вот это номер нам нужно обработать с помощью... О, слушай, нам нужен уловитель метеороидов. Давай поставим тогда его. Потому что он будет генерировать нам вот эту херь. А, у меня плитки кончились сейчас. Че, куда его ставить-то? Тебе похер куда? Мне вообще все равно. Понял. Я же хотел их много. Да вот я думаю, если мы сделаем батарею этих уловителей, то мы сделаем батарею, получается, этих уловителей. Я просто не понимаю, где у них пушка-то? Надо, видимо, я повращать. Я думал, что при добыче руды тоже вырастает это вот. Вообще механика. Я тоже. А оно только с метеоритов сыпется. Поэтому так, откуда, сука, выковыривать-то их? Давай спереди, что ли, тогда. Давай, да, уговорил. Умеешь-то, конечно, да. Уговорить. Так, подключаю это говно. Мне нужны фильтра. Что у нас падает с метеоритов? Лед? Да? Лед? Да, золото, железо, уголь. Золото, железо, уголь. Значит, золото, медь, железо, уголь поставляются вправо. Так, сейчас, короче, надо подумать. Надо подумать. Сперва здесь нужен фильтр, который будет сбрасывать полезные ископаемые. И это будет железо, медь, золото. И все, да? Да. Короче, смотри. Ну, не знаю. Предлагаю. Давай. Построить такую карусель из вот этих вот, как они называются? Конвейеры. Ленты эти конвейерные. И выковыривать оттуда. В карусели, да, стоять фильтры, которые будут забирать определенное что-то просто в куда-то. Вот. Ну, кстати, вариант. Но у нас места нет, понимаешь? У нас нет места, и будет пробка на этом конвейере. Трындец какая. Да, будет. Потому что даже два этих бура уже создают пробку на одной ленте. Будут. Так, короче, сюда будем сбрасывать лед. И, наверное, будем сбрасывать сюда уголь, потому что я поставлю еще один сбрасыватель сюда для угля. И поедет этот уголь в жопу. Так, мне нужен еще один сбрасыватель. Вот это надо удалить. Этот ваш космический рафт весьма успокаивает. Да, но играть в это соло в Англию не так весело. Не, слушай, ну в соло, наверное, да. Вот если бы не Паша, я бы, наверное, соскучал бы сильно. По Паше. Да, признаюсь. Так, короче, значит, еще раз. Уголь у нас уезжает туда, в печи. Нам надо здесь будет поставить еще один сбрасыватель, который будет выковыривать отсюда всю полезную руду. Железо, медь, золото. И что там еще падает? Все, да? Камни я не помню, чтобы падали. Камни падают или нет? Камни не помню, честно говоря. Вот и я не помню. Ну, в общем, в принципе, я готов запускать эту херь. Сейчас запущу. Так, а это у нас идет на переплавочку. Все, пошло. Процесс пошел. И он уже ловит астероиды. Будешь смотреть, как он это делает? Да, сейчас я так, заберу уголь отсюда землю. Все, уголь работает. Железо пошло. А какая у него эффективность? 100%. Все нормально. Все нормально. Все работает. Уголь подъехал. Распределился.
по печечкам своим. И все классно. Вон там еще медь уехала. Так, а что-то у нас ресурсы не едут, Паш. Что-то... Погоди, я сейчас этот... А, у нас опять уголь. Я пошел уголь переставлять. Он уже опять до бездны докопался. Вот сюда хочу тебя я поставить. Блин, слушай, надо скорее выучить, ну этот, как он, скажи, крутой бур, да? Mm-hmm. Я уже задолбался, если честно, переставлениями этими заниматься. Хочу не заниматься переставлениями, хочу сконцентрироваться на тупых ублюдках-колонистах. Лакомые кусочки для ксеноморфов. О, ледик пошел. Ну-ка. А, ну со льдом все будет нормально. Он уедет куда надо. Да. Так, короче, где мои плитки? О, что-то мало их. Я хотеть больше плиточек. Твою мать, пролетел. Сейчас посмотрим, какие тут есть еще полы красивые. Так, пол оранжевый левый, пол перила. О, блин, здесь столько всякого прикольного. Пол что? Изразец. Изразец? Что это нахер за слово такое? Изразец. Изразцы. Это что такое? Понятия не имею. Нормально. Слово. Вот это снесем. Вот так вот. И новое построим на этом месте. Белая панель. О, давай белую панель. Для тупых ублюдков-колонистов это будет самое то. О, вполне, кстати, смотрибельно. Давай, что там, обучения нету пока. А что за херня? Я же... А, у нас еще мало этих, да? Фундаментальная наука не наковырялась. Ну ладно, наковыряем сейчас. У нас автомат стоит, пусть делает, пусть работает уже, наконец. А это что такое? Алюминиевая руда. А мы куда ее складываем? В помойку? Я ее валил, да, в этот. Ага, все, я туда положил. Плюнный. Так. Блин. Так, короче, криокапсулу куда этим уродцам поставим? Где генер? Жопой генератором? Она энергию не требует, кстати. Очень удобно. Ну вот сюда, допустим, между. Нам пока один ведь надо. Одного. Это у тебя столовая будет, паскуда. Одного блока не хватает. Вот так. Это мы сносим нахрен. Вот этот. Они наконец-то пофиксили хитбокс, я теперь хоть могу. Я могу теперь, понимаешь, хоть? А раньше не мог. Я верю тебе, ну вообще молодец. На космические фермы с бибешками. О, прогори, спасибо тебе большое. Да, космические фермы с бибешками, это наша цель. Но у меня пока нету обучения этих козлов. А, во, оно здесь, столик для приема пищи. Он здесь ее берет, а на нем он ее жрет. Так, если я поставлю два, между ними будет проход. Наверное, так и сделаю. Здесь будешь жрать, тварь. А в этой стороне у нас будет обучение козлов, этих колонистов. А здесь мы сделаем шлюз, куда они будут прибывать. Вот. Да. Теперь мне надо вспомнить, что именно делает для них батончики аппетитные. Так, электронные компоненты, стальные винты. О. Звучит интересно. Механизмы? Слушай, у нас какой-то завод не построен, по-моему. Этот построил я. Здесь... А, вот... А, нет, это склады. Здесь вообще нихера нет. Слушай, а где производство пищи, Паш, ты не знаешь? А я, наверное, знаю, где. Нет. А, у меня этот конвейер через бур идет.
Здесь нет. Странное дерьмо. Во, я нашел производство пищи. Подключаю его. Требуется вода и кварц. Паша, у нас есть кварц? Кварц? Да, у нас есть 30 кварцев. Огонь, я закидываю. Если у тебя есть кварц, тащи его на базу, короче. Блин, как он выглядит, скажи? Он выглядит как камень такой желтенький, что ли, не знаю. Прям вот камень. Это из этого будет делаться еда для этих колонистов. Вот. Ну, но и все получается. Надо шить. На этих планетках-то не вижу. Ну, он обычно, как это сказать-то, он такой... Камень расхерачиваешь? Или он выпадал у меня, когда я растения пердолил? Прикинь, кварц из растений. Как тебе такое, Илон Маск? Угу. Теперь надо шлюз сделать этим козлам. Допустим, здесь. Во. Из 7 клеточек. 4, 5, 6, 7. Красиво будет. Обосраться. Так, а я умираю опять, подожди. А, пока, Паш. Нет, еще рано. Ты меня хоронишь. Пока. О. А угловая такая штука есть вообще, нет? Блин, я сейчас упарюсь в это строительство, я буду им заниматься каждую секунду. Нижний скат. О, колонна. Полметалл. А есть угловой-то, вот, чтобы закончить? Полмодерн. Видал, да, модерн есть. А вот такой пол может быть. Хочу я. О, короче, ну, да, мне нравится, говно. Мне нравится говно, класс. Вот, собственно, 10 тварей будут прибывать. Давай мне большой шлюз вставь. Не вставляется. Почему? Есть предположение, что потому что... Угу. О, да не почему. Просто он не хотел, а теперь захотел. Спасибо. Весь мой пол пошел в жопу, короче. Посмотри, какой я красивый пол сделал. И этот шлюз все перекрыл. Угу. Классный пол. Но он какой-то замороченный. Да, я заморочился. Ну и все, я пошел фундаментальную науку пердохать. Так она пердохается же автоматически. Ну, она медленно это делает, а я хочу быстро это делать. Так, а теперь мне надо вспомнить, как их сюда призвать. Я не помню, как их призвать. Сюда может вызов космонавтов. Я не помню, как их призывать. А, во. Вот объясните мне, кто тоже играет в Астра на эту штуку? Что это за херня? Вот это что? Это оплата или что это? Я просто не понимаю. Паш, иди сюда. Иди, может, ты мне объяснишь? Я когда пердоху иду. Так. Вот зайди на Е, нажми в этот в док. И смотри, там в углу есть золото, короче. Нажимаешь на плюсик, начинает лететь шаттл. Что это значит? Мы что должны сделать? Поставить сюда золото или что? Он просто так и так прилетит. Я не понимаю, что это за интерфейс. Нет. Видишь, они все пофиксили. Что пофиксили? Он золото-то не берет, но он летит. Ну, короче, давай, лети, тварь. Пускай прилетает. Пусть летит на золото, да. Пусть летит на золото, да. Сверху дикий счетчик прибытия шаттла. Да это понятно, наверное, оплата. Да, я тоже об этом подумал. Но оплату он не принимает. Здесь даже нету инвентаря, чтобы сюда пихнуть что-то. Думаете, он из моего забрал инвентаря? Ну вот у меня 1343, да? Допустим, я отменяю. У меня 1345. О, правда, это оплата. Все, вопрос снят. Он берет из инвентаря золото, Паш. Урод. Да, тварь, говно. А кто берет-то? Ну, этот, за шаттл платишь, короче. Слушай, а хочешь я им перила сделаю красивые? О, у меня перила есть. Хочешь, покажу тебе перила? Да, давай. Хочешь, смотри. Опа. Опа. Видал, какие классные? Белые перила. Как овечка. Да, мягкие перила.
Угу. Ну, чтобы эти полудурки не вывалились. 12 секунд до шаттла. Давай смотреть, иди сюда. Мне как раз надо руду. Тебя сейчас собьет нахер этим шаттлом, если он вообще где-то есть. Так, 1 секунда. Стыковка. А где он? Во, смотри, смотри, автобус космический. Ха-ха! У меня он появился так же резко, как вчера планета. А, у меня подлетел. Здорово. Здорово, чувак. Женщина. О, это женщина? Ты будешь мамой. О. Проходи. Бери табуретку, тетка, садись. Проходи. А, подожди, сейчас я еды пихну. Сейчас. Я там делаю еду ей. Голод, спать. Ну, спать хочу, пойдем. Без профессии. Вот я пихнул еды, бери еды. Иди, получай профессию. Сейчас мы сделаем в ожидании космонавта. У нее есть, короче, криокапсула, все есть. Сейчас я буду делать профессию. Вот это... А у меня нету трубок. Сейчас, в жопу я пошел с своей профессией. Вот это можно, а тоже нельзя. А у меня есть такие рецепты? Нету. Блин, я не помню, где это делается. Так, у нас одна земля едет уже вместо железа. Что за... Каменный блок что-то подъехал. О, кварц. Это я заберу. Ну вот я тоже подержу. Спасибо тебе за труды и то, что мы отдыхаем. Паше, привет, бю-бю-бю. О, Нана, спасибо большое тебе. Спасибо. Нана поддержал, сказал, что спасибо, что мы отдыхаем. И тебе, бебе. О, мне бебе, спасибо. Тебе, бебе. Так, я, короче, делаю прутья эти сраные. Вот, сейчас покормим ее. Слушай, а ко мне мужик прилетел, когда я в соло играл? Ну, конечно. Так это ты был. Это я был. Как я отъехал, а? Я сохраняю. Да, все, я сохраняю. На всякий случай. Ну его нахер. Вдруг у нее сейчас тоже будет ошибка Unreal Engine, и к нам опять мужик прилетит, если мы перезапустим. Так, ждем, короче. Вот это можно, в принципе, сюда поставить, где у меня трубки, вот. Пускай едут тоже сюда, в этот ящик. Что-то она тупит, ни хрена не хочет делать. Слушай, тетка, мы ее ученым же делать будем, да? Там смотри, в этих исследованиях следующая, короче, технология открывается за... Сейчас, как эта штука? Химия. Вот, у нас открыта химия. Понимаешь? Химия. Химия, ну. Химия, так. Вот. И она будет генерить химию, если ее засунешь в исследование. Вот. И она будет делать химию, сейчас рецепт, за железные прутья и почву. Она будет генерировать химию. Класс. Поэтому я туда почву и скидывал. Вот. Осталось только трубок понаделать. А еще мне интересно, как делаются... А, вот. Из трубок делаются эти херовинки. Угу. Интересное дерьмо. В плавильной печи прутья они сделают. Почему? Вот, сделали. Ты че, француз? Вот они. Железный прут в печке делался. Все работает. Че ты переживаешь? Так, я сразу поделю на 2, это сюда. Теперь у нас будут делаться стальные винты. Я, наконец, построю вот это говно и вот это говно. Паш, ты пойдешь смотреть, как они будут обучаться? Я тебе скажу, когда. Они, в смысле, она. Да-да-да, сейчас я, подожди, свое говно доделаю здесь. Там опять уголь, что ли, нет? Я еще работаю. Нам нужен третий, но разработчики написали, что втроем играть в эту игру не стоит. Если хотите увидеть много интересных багов, то попробуйте втроем поиграть. Это все, нет, еще делаешь? О, еще 16 прутьев, нормально. Готово, забираем. Все, иди сюда. Подожди, надо. О, она жрет! Она жрет! Ах, тварь! Она даже шлем не снимает, жрет. У нее даже в руке ничего нет, но она жрет. Она где? Пьет, короче. Вот, иди сюда, лети. Она пьет. О, она исчезла нахер. Куда она делась? Нет, она здесь. А, вот она. Вот она стоит. Берет еще еды, что ли? Короче, она жрала только что, я видел, я спалил ее. Только еду берешь, нет? Подожди.
Так, теперь ставим вот эту штуку. Смотри, какая. Прикольная. Здесь мы можем указать, что она будет ученой. И она пошла учиться, глянь. Извини, не туда глянул, обосрался. Прошу это озвучить. Спасибо, Франсис. Смотри, она взяла учебник или что она сделала? И теперь она пальцы ковыряет, ногти чистит, я не понимаю, что она делает. Смотри, какая штука теперь сейчас будет. О, видал? И здесь я... А, вот, обучение специалиста. Все, она, по идее, должна. А вот она делается, да, ученый-стажер. Если Е нажать на школу, это школа, короче, если тебе интересно. И здесь она будет, типа, стажер-ученый, когда пройдет курс. А здесь она будет экзамены сдавать. Аттестация, понял? Ты улетел, я понял. Я слушаю тебя внимательно. Я посмотрел и улетел. У меня просто в буры опять. Я понял, опять да. Буры. Да, надо целиться в нормальные буры. Нормальные буры не скоро будут. Давай, давай мы сейчас попробуем с тобой выйти в дронов. Так, а дроны нам сильно помогут? Ну, если дроны будут стоять рядом с залежами, их не надо переставлять, они сами едут и добывают все, понимаешь? О, давай. Но я так и не понял, как их на базу возвращать. Мне ребята писали где-то в комментах, я вот... О, она аттестацию проходит, у нее зеленый комбинезон уже. А черный пояс когда будет? Она и... Да, да, у нее есть. Ну что, тетка? О, она почти аттестовалась. Надо фермера, получается, нам. Не, Black Sniper, четверым... А, по-моему, сервак даже четверых не поддерживает. Надо ждать, пока они dedicated сделают. Она пошла в исследовательский корпус. Вошла в стену. Внутри. Играет на компе без монитора. Так, ну и что, и где химия? А, ну да, надо же тебе вот, на. Все, у нее мониторы засветились. Она пошла нам генерить прекрасные вещи. Надо еще больше сделать этих. Ну, скажем, 30, что ли. Прутья нужны. Делаю прутья я. Чтобы тетка наша работала, как не в себя. У нас есть школа. Класс. В общем, этот док будет для посетителей нашего скромного места. У тебя кварц есть? Нет, кварца нет. Еще у меня кончилась медная проволока. О, давайте сделаю. У нас есть теперь технология, которая позволяет делать до хера проволоки. Где? Вот здесь. Здесь сборщик, вот где я стою. Если сюда запихиваешь медные пластины, то они делают эффективнее проволоку. Я сейчас сотку туда пихну. Вот. Все, жди. Скоро здесь будет 200 проволоки. Да. И у нас, по-моему... А, не, нормально. Это ж первый. Блин, это тупорылый барьер. Почему они не сделали, что он совмещается со вторым? Что за херня? Зачем это видеть, вот это вот? Оно забивает с толку меня. А печечка где у нас? Вот здесь. Где и была. О. А что ты хочешь? Пойду закину в нее. А ты... Кучу. А, ну да, давай. Руды. Так, у меня ее 1350. О, она опять жрет. Ну, то есть пьет. Можешь посмотреть, как это выглядит. Это странно. Она уже пожрала, что ли? Опять ты ее опоздал. Ой, все. Угу. Так, что там у нас по исследованиям-то? Надо 4 этой херни. И у нас мало генерится фундаментальной науки. А что у нас по энергии? 31 из 40. Слушай, можно еще один автомат поставить? Поставить еще один автомат? Да, давай. Чтобы он в другую сторону, да, пялился? Блин. Ну, ты имеешь в виду, который будет фундаментально добывать, да? Угу. Да, давай.
Так, если я вот так, так подключу. Железо поехало. Поехало. Но а мало. Куда ты смотришь? О, он отлично смотрит. Он смотрит туда, куда надо смотреть. О, только что я изучил дроны. Паш, я изучил дроны. Я иду. Куда? Не знаю, куда-нибудь иду. Все, у нас теперь две херовинки выковыривают астероиды. Это хорошо, да. И нагрузка по энергии. У нас еще 5 свободных единиц энергии есть. Вот. Я бы упоролся, конечно, на второй этаж. А, хер, я в жопу себе засунул, потому что я могу. И нам надо вниз, наверное, выковыриваться, а не вверх. Потому что у нас стоят эти добывалки. Их надо тогда выше переносить будет, да? Да. Я просто подумал о том, чтобы, может, у нас золото, знаешь, сколько? Сколько? 1300 слитков. Мы можем сделать поля этих. Ну, как они, солнечных панелей. Сейчас я найду их. На второй этаж тогда бахнуть. Вот. Либо пока их на первом расположи. А где они? Я что-то не пойму. А мы их вообще исследовали, нет? Биология, транспорт. О, транспортные трубы скоро будут доступны. Офигенно. Я их вроде исследовал. Ты не помнишь? Во, солнечная энергия. Вот они. Солнечная панель стоит из золотого провода. Золотой провод, соответственно, из золотых этих пластин. Давай я сразу сделаю, скажем, 300. Пускай делают пластины. А как же делать солнечные панели? Здесь, что ли, они? Давай их тогда вот сюда, на F7. О. Все. Короче, у нас скоро будет 300 солнечных панелей. Или, наверное, 100. Потому что она стоит 3 кабеля. А получается, мы получаем одну эту штуку. Одна эта штука. О, 2 кабеля. О, нормально. Ну, окей. Скоро у нас будет энергия. Эти роботы для логистики это чем-то хорошо. Крабов, инопланетян и субнавтики напоминают. Только я не могу никак свотать с грунтом. Какая-то херня. Петрель, я тебе больше скажу. Ставит. Здесь прямо есть логистические роботы, которые реально как крабики ползают. Если ты смотрел мои соло-стримы по этой штуке, ты должен был видеть. Там был Хайзенберг, и он помогал мне таскать лед. Чего у тебя тут не получается? Я хочу поставить его. О! Вот так. Это что такое, как? Кстати? А, это железо. Что это? Да железо. Камень. Вот камень, видишь? Да камень там один, под ним железо. Да я понял, да, я его добываю. Пусть дальше он это самое. Нам нужен кварц, чтобы кормить нашу тетку. Она жрет я кварц. Я даже не видел, по-моему, нигде. Вот камень я раздолбил, и из него получается кварц. Поэтому, если у тебя будет кварц в инвентаре, пихай его... Как тебе объяснить? В водяной генератор, короче. Понял, нет? Я запихну прям в нее, пусть жрет, что. Да она не принимает, она и бухать любит. Вот она сейчас опять бухает, у школы стоит. Нормальная вообще, нет? Все, пошла исследовать. Пойдем и смотреть, что там дальше по технологии. Так, тоже на сухую исследует, конечно. Так, улучшенная плавильная печь. Устройство для производства брусков из руды. Слушай, можно пойти в новую печку. А, или открыть алюминий. Что тебе больше нравится? Так, я про этих роботов и говорю. Как храбы инопланетян из Сабны. Подожди, спасибо, Петрель. Да-да-да, они классные. Вот эти роботы реально прикольные. Ты что сказал, в алюминий пойдем, Паш? Давай алюминий, да. Но алюминий ничего не откроет, кроме возможности его плавить. А когда мы его откроем, это все приведет нас к астрологии. Улучшенная наука, получаемая в лаборатории, требуется учеными для исследований. Короче, они будут жрать какие-то микросхемы и вот этот алюминий и делать нам астрономию, а не астрологию, да. Я слепой. Потом можно будет делать дверь, люк. Что в итоге, наверное, хорошо. Есть еще улучшенные двигатели, но это... Это, кстати, тоже из алюминия все вытекает. Давай сначала в улучшенную металлургию, будем больше ресов получать. Давай. Как я тебя быстро ломала? Я податливый, да, в этом плане.
Чего не хватает? Фундаментальной науки. Что-то наши автоматы как-то мало ее производят, я тебе скажу. Прям совсем немного. Походу, с одного астероида одна наука падает. Хотя нет, сейчас вот он... Нет, там через удар как-то она идет. Новый засосал. Ну, они прям без работы не стоят, я тебе скажу. Они прям жрут эти астероидики, прям хорошо им. Вкусненько. Там по энергии нормально у нас дела? Сейчас погляну. Да, 100%. У нас еще 5 свободных единиц энергии. Я думаю, поставим новый завод, переплавительный, энергия просядет. Но я же... Ты же знаешь, мы идем в солнечные панели. Вот. И у нас уже 30 золотых листов, которые я прямо сейчас отправлю на переработочку. И у нас будет... Не пора ли нам 60. Двинуться куда-нибудь еще? Так мы еще с этими островами не закончили. Ну, хочешь, я запущу движки. Но у нас тогда смотри. Энергии не хватит. Здесь остав... О, я опять упал. Пока. Погоди, а здоровье-то? А, есть еще. Так, ну здесь осталось сколько? Где буковка С? Что там с С? А, еще 1200. Все нормально, все. Нормально. Тут это, проволока твоя надеялась уже 150. Будешь забирать-то? Да. Ну, приходи. Только золото не забирай, но на панели. Да, сейчас. А медь там еще делается. Ну, у нее трубки закончились. Слушай, я ее сейчас пока трубок тогда понаделаю. Это что такое? У кого? У барышни? Да-да. Ей нужны трубки нужны ей, да. Они делаются из железных листов и угля. Если мы выйдем в солнечную энергию, в принципе, уголь можно будет копить. И нормально будет, я думаю. Так, уголь, да. А где тетка-то? Куда? А, она исследует. Она еще в криокапсуле спит, кстати. Ты знал об этом? Это которая на 1000 лет заморозит, а потом разморозит? Да-да-да. Сколько вы спали? 80 лет. Да, два дурака меня на какую-то хрень затащили. Угу. Давай планетоидами хвастаться передо мной. У кого больше? Водили перед лицом. Так, ладно, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы прервемся, потому что нас ждут великие дела в области энергии-извлечения. Вот, надо подготовиться. Да, Паш? Да. Я даю папу, будем покушечки.